Мансур абы, 40 лет я с вами не виделся. Мансур Закиров на крыльце своего дома в Лениногорске встречает гостей. У казанских художников есть традиция каждый год навещать друзей. В деревню Новое Шугурово они приезжают, чтобы увидеть уникальную уличную галерею на снегу от Мансура Закирова. Из этого мрака лицо постепенно выходит. Потрясающее знание анатомии, закона света, тени, перспективы. И как на второстепенный уровень уже уходит все остальное. Там волосы, там нету фона никакого. Вот. Посмотрите на характер, на дух этой шаманки. Это потрясающая работа. У него вот есть свой язык. Колорит, цвет. Удивительная вот эта воздушность, передача – это очень редкое явление. Видимо, это очень свойственно Чукотке. Художник, который заслуживает, ну, очень высокого отношения к себе. Около Врангеля ледокол прошел, и на берегу это медведь стоял. Воздушной перспективе, о которой говорят коллеги, Мансур Закиров обучился самостоятельно, когда увидел бескрайние горизонты Чукотки. В поселке Озерный он прожил 20 лет, работал на золотодобывающем предприятии. Его всегда окружала дикая природа. Каждые выходные Мансур Закиров выбирался на пленэры, если под рукой не было кистей, рисовал карандашом. И только вернувшись в Лениногорск, по памяти перенес пейзажи на холсты. Сейчас мастерская превратилась в личную галерею дорогих воспоминаний. Там чуть-чуть голову повернешь, уже не то. Людей на полотнах Мансура Закирова увидишь нечасто. Он пишет портреты только любимых. Главной его страстью остается природа. Мир прекрасен, конечно, но видишь, каждый, когда хочешь запечатлеть то, что, допустим, видишь вот на самом деле. Я себя считал не художником, а любителем только. 10 лет назад не стала главной музой мастера, супруги Розы Альмухаметовны. Она всю жизнь писала стихи. Любовь к прекрасному передалась и детям. Сын Ильдар окончил художественное училище. Дочь Мансур Салихович обучал сам. Внук Эмиль – дизайнер. Детские совсем там портреты. В основном по фотографиям он рисовал. Ну, естественно, и пример. Ну, картина очень, я с теплом к ним отношусь, и для меня это большая ценность. Вот мамины портреты и мой портрет. Несмотря на то, что Мансуру Закирову 87, в его романтичной душе все еще теплится мечта еще раз побывать на Чукотке. Аделя Закирова, Ир Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район.